Всем привет! Сегодня я опять с цветочками. Хотела показать вам своих маленьких деточек, которые у меня вот подросли с тех пор, как я последнее видео показывала, после посева семян, какие они были. Так, сеяла я 28 июня. Да, вот. Смотрите, что хочу сказать. Вот у меня вот один, вот тут два у меня, по-моему. Да, два. Здесь у меня тоже масюськиный один, чуть побольше. И вот тут вот он, совсем масюськиный. Ну, я не знаю, выживет, нет. Но здесь один крякнул. Вот этот вот, вот его видно. Вот он, крякнул он. Вот этот вот один остался, да? Буквально тут сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, где-то шесть, семь. Смотрите, они все... с одного посева, да, посмотрите, какие все разные. Вот этот вот мини-пусенький, совсем маленький. И вот этот вот самый такой большой, самый-самый, смотрите, вот у меня баночка из-под йогурта. Вот они какие у меня тут листики уже у него. Так, здесь у нас, что я хочу сказать. Здесь он один сидит, видите? Один сидит, ему видно достаточно хорошо, много места, удобно, комфортно, комфортно. Здесь у нас получается, вот вдвоем они сидят, совсем близко-близко. Я думаю, наверное, мне нужно их рассадить. Вот, чтобы, хотя вот здесь вот смотрите, листва хорошая, прям много-много листиков прям. Ну вот стволик такой тонюсенький и листики тоже вот, веточки листиков тоже тонюсенькие. Здесь у нас получается, хоть, смотрите, здесь вот погибли, здесь вот все погибли, которые были, да, вот, и получается, вроде они сидят не так уж и близко, но я не знаю, в чем дело, вот этому хорошо, комфортно, но честно скажу, девчата, я боюсь трогать, здесь вот тоже вот этот вот погиб, вот этот вот один остался, честно говорю, я прям так хочу побыстрее узнать, как же они у меня процветут, прям. Это мой эксперимент. Первый раз в жизни я вот выводила семена фиалки, сеяла. И вот прям вот за результатом я прям, честно, очень расстраиваюсь. Прям, когда каждая погибает, я прям очень-очень расстраиваюсь. Ну, ничего, я все-таки надеюсь, что у меня все получится. Хотя бы 2-3, вот, я думаю, у меня выживут и процветут. Я обязательно сниму видео, вот, о том, как они у меня процвели, каким цветом и вообще, что получилось, сорт или спорт будет, я не знаю. Очень интересуюсь информацией о фиалочках, да, о выращивании. Вот. И вот это вот мой первый такой, вот скажем, крупный эксперимент по семенам, по посеву семенами фиалки. С глоксинями там все, конечно, я уже давно экспериментирую. Вот. Такие вот у меня детский сад вот такой вот у меня. Хотела вот с вами поделиться и показать. Потому что прошло очень много времени. Может, кто следит, может, кому интересно, что же получилось. Потому что в интернете не так много информации по посеву семенами фиалки. Все, глоксини, хочу сказать. Вот. Ну, все, девчонки. Наблюдаю, слежу, контролирую. Вот, пока я их не подкармливаю. Хотя, если вы скажете, что мне уже их пора подкармливать, то я буду подкармливать, честно сказать, я не знаю. Информации в интернете найти не могу. Буду рада любому совету. Спасибо, что зашли на мой канал. Смотрите, да, наблюдаете вместе со мной, экспериментируйте вместе со мной. Пишите комментарии, всем очень-очень рада. Ставьте лайки. А с вами была Татьяна. Всем пока-пока.